В Люберцах в начале улицы Кирова работает дорожная техника. Здесь укладывают новый асфальт. Это одна из самых оживленных дорог в городе, поэтому к ее ремонту приступили еще ночью. Трафик большой, машин много, днем невозможно работать. Было уложено 24 500 квадратных метров, протяженность 1,6 километров. Толщина асфальтобетонного покрытия 5 сантиметров. Уже к обеду все работы будут завершены. Всего в этом году отремонтируют 18 автодорог, 9 тротуаров. Полностью ремонт дорог в городском округе планируют завершить до 30 сентября.